Покажем сухопутным крысам, чего мы стоим! Не хиляй, дай мне пусть. Хотел сказать, да я так ульту заряжаю, а потом вспомнил, что я в другой игре. Так. Люблю работать с профессионалами. Иначе и быть не могло. Могло. Чё это было? Ты о чём? Там одновременно сработало отбрасывание гороша, мой слип и что-то еще. И в итоге она так смешно полетела. Гневом, демон. Куда ж ты, тварь? Попал! Ты видал? Враги одолели нашего карателя. Ай, нет, лучше бежать. Ждеру собрался дать. Угу. Играю за Анну в первый раз, смею добавить. Вот бы здесь английскую озвучку заметить. В Overwatch стоит. Ну, кстати, что удивительно для, в принципе, локализации такого уровня, русская сделана достаточно неплохо. Не, она сделана хорошо просто. Ну, не знаю, мне голоса не нравятся. То, что локализация, мне именно голоса. Ну и, блин, локализация локализации. Хоть как переводи. Час расплаты. Час простаты, блядь, чтобы глупцам ударал. Не, ну знаешь, по-моему, это лучше, чем ровно в полдень. Ровно в полдень. Ну так-то да, я про чё и говорю, что это невозможно перевести. Ну просто без вариантов. Фокусят, фокусят, фокусят! Чёрт. Давай вообще этому зданию. А мы еще меняем героев, да, после каждого раунда? Как на других аренах. Еще и сторону, скорее всего. Ну, великолепно! Просто вообще, я прям даже не знаю, кого выбрать. Может быть, Джайну? Джайну, которая наверху, или Джайна, которая внизу? Точно, нет, Джайна. Джайна, которая посередине, да, все. Ой, мисклик по карте. Нет. Я сказал нет! Тобой! Ишь ты ж жопа. Чё? Он чё, как подставил это? Её, что ли? Ну, по типу. Сюда, дорогая. Она здесь! Я поймал ее! Я поймал ее! Или не ее? Черт! Это было. Ну ладно. Это было не смешно вообще ни разу. А Хроми 30 раз попал. 30 раз попал. В 13 минуте игры 30 раз? Ну. Да. Если я еще умею считать. Мне почему-то вот после таких хроми хочется дико заблочить всем остальным возможность играть за хроми, и показывать, что нужно делать. Чего? Чего она матерится? Цель уничтожена. Вдова без глазила, ну прям по канону. Это я как сделал?
Я что-то на секунду перепрыгнул за забор, потом перепрыгнул обратно. Я настолько большая проблема, что на меня аж две ульты спустили, ребят. Бейте шлёпку. Где команда? Сейчас я иду. Ну, господи. Олдфлаги попросыпались. Сдохни, сдохни, тварь. Утро запнул. Ты тоже сдохни. Сильваны тоже должны сдохнуть. Никто не уйдет живым. Пожалуйста. Пошел наверх. Ой, рискованно. Вот, вот это было. Это было очень эпично. Серьезно. Прям вообще, да. Блин, это. Я не знаю, прям в учебнике нужно, блин, поэтому. Он втопился, блядь. Он втопился, он его перебросил и прям под этот. Прям. Блин, точно в тайминг попал. Не помешают. Тебе лишние руки не помешают, чувак. Серьезно. Красавчика озвучивает. Да, как и в этом. А на тебя зачем стимулятор? Ну у меня ж такие крутые способности, прям смотри. Сюда говно собачье. Блять, сколько у нее убийств? Покажите, пожалуйста, сколько у нее. Одно убийство у Хроми. Одно убийство у Хроми. 16-я минута. Блин, это не просто позор, это я не знаю, это можно просто брать и сначала удалять игру, потом удалять тебя из жизни из окна 16 этажа. А они на меня. Блин, забавно сейчас было. Ты не видел. Я устал от вашей возни. Короче, я ждал, когда кто-нибудь из них один останется. А оказывается, они типа таким образом ну, на меня эту новую натравливали. А, то есть ты их ждал, а они. Да, 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 блин, реально смешно получилось. Так, новая еще на этом свете. Да. Движемся вперед. Если вы это исправите, то я буду спокоен. Потому что на меня буквально одним выстрелом заберет. Да. Чё она, собственно, и сделала? А-а-а, это стоящий! Да, это было смешно. Неплохо. Не-не-не. Блин, запинали бедного изначального зерга. Меня обучал сам Рыгар, я. Меня Рыгар обучал? Понятно. Рыгар, он как бы заведовал арены, на которой сражалась Валира. А, и там они с Варином, да, познакомились? Да. Так, иди сюда, мать твою. А, Батур в пижаме. А, Батур в пижаме. Блин, он так забавно руками разводит в разные стороны. Да. Не, ну это конкретный фидинг. Уже пятеро погибли от твоей руки. Ну да, 36 здесь.
Ну, я не знаю. Таких фор не существует в природе. Да. Прям можно весь чат заспамить одной только буквы Г. Ну, да, это было очень забавно, потому что это даже как-то неинтересно было. Лучший игрок. Да, гордись собой. Я себе даже лайк поставил. Ты охренел себе лайк ставить? Надо мне лайк ставить. Слушай, ты вообще как-то это самое, блин. Ну смотри, у меня этот нагибатор. Эпический матч. Не, я поставлю мурчали. Эпический матч. А не тебе. Он это за зайца. Успокойтесь. Битва начнется через 10 секунд. Я не знаю, как вы это делаете. Правую кнопку зажимаешь и крутишь вокруг себя. А, блин, ну так бы сразу и сказал. Что в этом есть какая-то польза для человечества. Ай, чуть-чуть трясуху не добили. Аккуратно под башню. Уходи. Ты что натворил? Ты хоть сам. Сам-то понял, что ты натворил? Он ворвался под башню, так сильно ударил, и настолько сильно ударил, что киллы даже этой лимин зарегались. Это наказание за прошлый раунд. Это наказание за... Наказание вот это вот, видишь, бегает. Не знает, какую мелодию когда включать. Вот это реально наказание. Поэтому получите нахер, я... Сломали. Древние улыбаются нам. А, вон, бабайка батуровская танцует. Лучший игрок. Ой, бла-бла-бла, мудрёж. Да, завидую, молча, у меня арбалеты, а у тебя какие-то паразиты на руке. Вот и все. Ну на тебе лайк, ладно. Ой-ой-ой. Я ее вообще лично не видел. Вот ты, так? Блин, ты чё в ландшафт не вглядываешься? Ты чё, инвизиков контрить проще простого? Ты чё, мужик? Мне так на ютубе написали. Чё, и врач, что ли, будут? Инвизиков контрить, блин. Ты на максималках играешь и инвизника не видишь. Я на ультрах играю. Да, ну ультрах инвизиков не видишь. Вон, у них там все в деревянной лиге, они то все инвизиков контрят. Вот она. Рядом с тобой было. Вот. Мы мыслим одинаково. Это было смешно и грустно одновременно. Да, да, даже бот Варен сказал, что это достойно. Смотри, что он делает. Смотри, где он! Просто вот наглец, блин. Битва еще не окончена. Вот это был глюк, ты бы это видел. Сюда! Красиво она делает. Молодец. Просто молодец. Сильвана, которая молодец. Вот Сильвана просто им всю игру выиграла, можно сказать. Мы их съедим. Дайте ей MVP, пожалуйста, она... Лучший не ему. Игрок. Сильване дайте MVP, пожалуйста. Ладно. Эпический матч. Ты тоже Сильвану лайкнул? Да.
Ну, блин, видно, что играет человек. Ну, а видно, кто у нас в команде играет.